С этого дня вступили в силу новые правила при приеме экзаменов на водительские права. Ключевое изменение – отмена экзамена на автодроме. Проверка вождения будет происходить исключительно в условиях реального дорожного движения. Так что права на ошибку у курсантов не будет. Все учебные организации в основном справляются с подготовкой водителей. В части подготовки кандидатов в водители к сдаче экзаменов по теоретической части. Порядка 70% кандидатов в водители у нас теории сдают. Затем отсев происходит около 10%, это на автодроме. И уже почти 90% в условиях города. То есть учебным организациям в первую очередь надо конкретно заниматься в части своей преподавательской деятельности, конкретно внести свои коррективы и готовить кандидатов в водители для вождения транспортными средствами в условиях города, на дорогах. Есть и другие изменения в порядке сдачи испытаний. Так, использование телефона во время движения, дважды сбитое разметочное оборудование и остановка двигателя два раза являются основаниями для прекращения проведения практического экзамена и выставления оценки «не сдал».